В Ростовской области из Донбасса благополучно вернулась колонна МЧС. Грузовики доставили на юго-восток почти 2000 тонн продовольствия. Для жителей разрушенных городов российские конвои остаются едва ли не единственным источником снабжения продуктами. Через подконтрольную Киеву территорию силовики машины практически не пропускают. Репортаж Александра Евстигнеева. Это даже не сигнал водителям, скорее горожанам. Помощь пришла из России. Очередная белая колонна с гуманитарным грузом. 160 машин. 80 в Луганск и 80 в Донецк. 2000 тонн продуктов. 90% это продукты. Это сахар, это крупы, это мука, это чай, это соль. На этот раз очень много муки. Половина груза. Пенсионерам, малоимущим прежде всего не хватает хлеба. Особенно остро в таких городах, как Дебальцево, Чернухино. Они разбомблены украинскими войсками. У людей нет денег, чтобы что-то купить. Да и магазинов не осталось. Но ополченцы развернули передвижные пекарни. В Луганске и Донецке часть гуманитарной помощи даже не повезли на склады. Сегодня раздавать ее начали практически сразу же. Вот, в местном университете, в одном из общежитий люди получают российскую гуманитарку. Скажите, пожалуйста, а что раздаете? То есть, что такое набор? Это замороженные обеды. Много людей приходит за? Ну, у нас 185 человек. Переселенцев. Ну, вот так они выглядят. 10 порций на человека. Впервые не консервы или крупа, а практически готовое блюдо. Мы получаем по паспорту, по номеркам. На всех своих знакомых? Да, ну я там заведующая, как получается. Там бабушка неходячая у нас есть. Вот, я получаю на них. Ну вот мы два пенсионера живем. Пенсию не дают уже сколько? С июля месяца. Как нам прожить, скажите? Стрельба закончилась, блокада нет. Кадры с территории подконтрольной Киеву. Украинские силовики не пропускают в ДНР машины с продуктами. Таможня не дает добро. Выход из данной ситуации найти пока что нет возможности, так как мы не можем контролировать, что происходит там. Поэтому это дополнительные меры, которые направлены на улучшение ситуации в целом. Не знаю, кому какая безопасность, она напряг для людей, да и все. Лишняя головная боль. Вот и все. На границе с полуголодным Донбассом машины простаивают сутками. Когда разрешат ехать, неизвестно. Игорь – водитель одной из этих фур. Для него очевидно, это не просто таможенные формальности. Это один из видов неоглашенной экономической войны. Ну, раз вы захотели без Украины, пожалуйста, живите там без Украины. Они сами делят нас. Они сами, там не думайте, но они делят. Обозляют народ. Обозляют реально народ. Колонна с российской гуманитарной помощью для Донбасса вышла из Ростова-на-Дону затемно. На пунктах пропуска Матвеев-Курган и Донецк грузовики досматривали украинские таможенники и пограничники. Причем Киев настоял, чтобы участвовали кинологи с собаками. Представители миссии ОБСЕ наблюдали за тем, как белые фургоны пересекают границу. Час в пути и колонна в Луганске. Дорога прошла хорошо, благополучно доехали. Водители все у нас профессионалы, не первый раз доставляют гуманитарную помощь, доставляют ее. Периодически везде, по всем странам мира. Это белая колонна с гуманитарной помощью из России, 17-я по счету. Первая весенняя. Поздравляю всех девушек, женщин, бабушек Донбасса. Хочу пожелать им самое главное мира. Александр Евстигнеев, Владимир Гриневич, Вячеслав Манихин, Юлия Чумакова. Первый канал, Луганск.